Всем привет! Сейчас мы с вами посмотрим, как можно добраться до данных сайта с авторизацией по логину и паролю из Python. То есть, ну вот, в качестве примера, мы, к примеру, хотим посмотреть расписание, которое, например, у меня будет. Вот. Если мы зайдем по этой ссылке первый раз, то возникнет окно авторизации вместо расписания. И когда мы смотрим исходный код, то вот здесь мы видим, что всплывает форма авторизации. И у нее есть вот поля, которые называются вот user password. Поэтому нам нужно будет эти знания использовать в нашей программе. Первым делом вы должны прокачать свой Python вот этими, значит, двумя модулями. Это вот так делается. В командной строке пишите, и оно устанавливается. Ну вот, собственно, и вся наша программа. В этой переменной наша ссылка, которая нужна. Здесь делаем список из трех переменных. Да, и вот это еще нужно. В данном случае она не используется на этом сайте, но на других без нее не работает. И потом вот сама программа. То есть мы сперва обращаемся через метод post на этот сайт по нашему адресу. И вот передаем вот эту авторизацию. И она автоматически подставляется вот в это вот окно. А потом мы уже считываем через метод get эту страницу. Уже там, получается, будет с логиновым паролем и выдастся то, что надо. А именно вот это вот получится. Но оно получится вот в таком виде. И поэтому нам нужно найти тут, где это расписание. Оно сделано в виде таблицы TD и TR. Найти его начало. Оно находится вот в этом классе. Schedule Table. И теперь мы используем вот этот класс волшебный, который парсит HTML. Говорим, найди вот этот вот класс. И он сам его находит. И теперь мы его сохраняем, значит, вот в этот вот файл внешний. На запись он открывается. Получится, что он только вот эту часть все извлекет. Потом мы закрываем этот файл и запускаем его на запуск. Давайте сейчас посмотрим, что получится. Я тут подставил свой реальный пароль, поэтому прокрутил, чтобы не видно было. И теперь запускаем. Вот видите, возник в этот файл, и вот в нем чистое расписание, которое по авторизации проключилось. Давайте посмотрим, как этот файл выглядит. Вот этот файл HTML. Вот эта красивая часть странички, которая содержит только расписание. Вот так на Python легко делать такие дела. Несколько строчек, и все получается. На других языках все это подобное. Идея одна и та же. На этом все. Всем пока.